Мои тиммейт, что это? Я слушала рэп в 10 лет. Окей. Зачем шептать? Всем привет, с вами я, Джулия Скай, и сегодня будет немного странное видео, хотя в принципе в нем ничего странного, может что-то есть странное. Это видео называется «Мой музыкальный дневник», то есть я буду прокручивать все свои старые аудиозаписи ВКонтакте и, возможно, с какими-то песнями или просто там аудиозаписями связана целая история, и я буду вам, естественно, их рассказывать. Мне самой интересно, что здесь есть, поэтому давайте посмотрим вместе. О, вот эта аудиозапись, эта песня реально такая важная тоже в моей жизни. Ее сейчас, наверное, многие узнают, девочки, да. Эта песня на самом деле очень классная была, потому что я обожала Monster High безумно. Конечно, я их любила еще до этого, но добавила почему-то эту запись только сейчас. И я безумно хотела Франкенштейн, я безумно хотела Фрэнки стандартную. И я просто, когда я ездила в машине, и мы проезжали мимо Бегемотика, там я видела ее, но я, кстати, ее купила не там, я ее купила вообще в интернет-магазине. То есть, да, я очень мечтала, что под эту песню с ним клип, как я мечтала купить ее и насобирала все-таки денег и ее купила. Потому что она стоила 2000 там, и вообще все они стоили по 2000. Да господи, не поставить. Все, я вспомнила эту песню. Сейчас вы, наверное, тоже поймете. Я думаю, слышали ее, по крайней мере, мне так кажется. Что это поет Кэти Клэп. Я на самом деле реально так думала, но нигде не могла найти этого видео. Оказалось, это поет Дресс Код. Да, ну, признаться честно, мне действительно казалось, что поет она, потому что мне голос очень похожим показался. Мои тиммейт, что это? Это Мэдди Мэтт, Сквот Бэтл, четвертый раунд. Я слушала прям в 10 лет. Просто послушай это. Окей. Зачем шептать? Она так любила Паула Куэльо. 11 минут стали ее спасением. А этот дождь, что накапал за окном. И все как будто были, пока тому не звонят. И не вспоминают. Звонит! Вот эта песня реально большую роль сыграла в моей жизни, потому что, можно сказать, она реально, не знаю даже, она стала ключом к Ютубу, что ли. Ну, в общем, как-то так. Это песня Кала Мира. My Secret Combination. Вообще, я об этом буду рассказывать, как это связано, но это не сейчас. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и теперь вы знаете обо мне немного больше, точнее сказать, о моем прошлом. И да, это было все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующего видео, и всем пока!